назад сказали, ебаный. Мы вот рыбу с ума, так тут же везешь, чтобы не правильно. Куда кладемся? О, блин. Пиздец. Что делать? Выйди. Помогай. Пятого она уже дома была. Жили там с тещей они. Она говорила, все. Ну ты не смей тут ломаться, эй, чувак, ты че? Пиздец. Ой. Блять, и чем тебя тушить теперь? Подтек весь, блядь. Семи нахват туда, блядь. Слушай, может едем? На, нахуй, тихо, тормози, нахуй. Понесло телегу, блядь. И даже, блядь, просто уважение даже. Придурок. Ой. Серёжа?
мама дорогая. Очень женщин много пишет вот таких вот, например. У меня начальник, смс, у меня начальница женщина, 45 лет, разведена, живет одна с 22-летним сыном и собакой. Это вечный ужас. Давайте спросим у Инны, у нее вечный ужас или нет. Инна, доброе утро. Алло, здравствуйте. Ага, здрасте, Инна. Ну, рассказывайте, у вас мужчина, женщина, кто у вас контролирует? Мужчина. Не ори ты! Ох ты, нифига, авария. Снято нас на видеорегистраторе. За две съемки. Ё-моё. Ох ты, мать, остатки квадратур около 7. Вот урод, блин. Человека сбил. Убил нас, блин.